Всем хрю, с вами Бига Хрю. Всем добра, с вами Добрый, и сегодня у нас продолжение выживания с овцами. А в прошлой серии вы напишите, что было. Проверим вас, следите ли вы за нашими летсплеями или нет. Кто напишет правильно, тот будет награжден званием почетного доброго кабана. И еще в прошлой серии мы увеличили объем нашей овцы. И еще вы придумали очень много прикольных молитв. Сейчас я одну зачитаю, чтобы зарядить серию на удачу. Чтобы появилось много классных овец. О, великий барашек, избавь нас от слаймовых какашек. Скрестили овец, съели огурец. Как дела? Как дела? Это новая овца. Избавь нас, Боже, от дубликатов похожих. И трудности отодвинь. Вот и, в принципе, все. Аминь. Какая-то у тебя молитва какая-то не искренняя. Что? Я от чистого сердца ее произносил. Ну ладно, давай проверим удачу на серию. Так, ребята, если я книжком попадаю вон в того пирата, вы ставите лайк. Да это нереально. Да нет, да ну не. Блин. Еще вторая попытка. Я со второй попытки точно. Yes! Хорош! Добрый! Молодец! Получается, что? Удача у нас есть, но только со второй попытки. Не забывайте писать новые молитвы на следующую серию, а то без них мы никого новых не получим. Так, Добрый, какие у тебя есть предположения, что в этой серии мы можем получить? Или кого? Я не знаю на самом деле, поэтому будем рандомить. Так, так, эники, беники, ели вареники. Пельмени, алло. Кушали печененьки. Так, вот тебе дам. И кому еще? И тебе. О, да ладно. Кому чего? Кто там? О, что? Мелон? Это тыква или арбуз? Кто это? Арбуз или тыква? Арбуз, это кто это, ребят? Наверное, какой-то. Полосатый. Ну, тыква тоже полосатая. Или тыква... Не, у тыквы побольше полоски. Это, походу, арбуз. Да-да-да, ребята, у нас арбузовая. Подожди, давай просто мы сейчас ходим за пшеницей, накормим его и стрижем. Согласен. Кстати, вы еще писали очень много советов, кого можно было бы скрестить. Сейчас мы парочку проверим. Очень много людей просило скрестить лазуритовую и углевую. И еще булыжниковую и вот эту вот борщевую, которая такая красная, там, как она. Так, пшеничку мы собрали. Все, кабанчик, мы сегодня должны сделать максимальное количество овец, которого еще не было никогда в нашем летсплее. Давай. Ох, у нас уже столько овец, если честно, уже не знаю, кого объединять. Но давай посмотрим, вот как вот ребята нам советовали. Это вот угольную взять и лазуритовую. Так, угольный дал, а лазуритовая. Так, подожди, нет. Я ей тоже дал, Добрый. Всё. Они не хотят, не. А может, все-таки один разочек, но... А у меня была такая теория, и у вас, ребята. Ладно, хорошо. И еще был один раз это борщевая, значит, и булыжниковая. Люди писали, что должен получиться незерак. И похоже, они вроде хотят идти друг к другу. Или они хотят просто уединиться. Да нет, им пофиг вообще. Вы обосрались. Ну что, Добрый, мы тоже обосрались, получилось. Ну нет, пшеница вообще есть у нас, в смысле обосрались. Все нормально, кабанчик, не ссы. Слушай, у нас уже много достаточно деревьев. Есть береза, есть дуб, есть акация. Нам не хватает из джунглей. О, тропическую, да? Да, а насколько я знаю, так. Арбуз как раз-таки растет в джунглях. Добрый, да ты боров. Получается, давай, тогда получается хвойную и арбузную. Вот она, по-моему, да? Так, ну-ка. Не хотят. Может, я перепутал с тыквенной? А если вот акации? Акация будешь с арбузиком? Кстати, акация с арбузик звучит логично. Ну, кстати, да, более-менее. Может, дуб все-таки? Дуб. Никакое дерево не хочет с арбузиком. Не знаю, может, кактус будет. Чё? Да ладно. Чё? Подожди. Чё? Делается? Чё-то делается? Да! Реально получилось. Так, сейчас я её найду, выкормлю. Кактусом? Отлично. А почему это вообще кактус? Арбуз и кактус, это вообще несовместимое, да? Я не знаю, я пошутил. Я думал, все-таки с деревом каким-нибудь. Но получилось с кактусом. Это, кстати, очень классно. Так, все, я вырастил ее. Где она только? Они так все похожи, блин, друг на друга. А давай что-нибудь попробуем такое необычное. Экзотическое что-то хочешь? Да, вот. Например? Назови две любые овцы. Ну давай, например, может быть, лед и мед? Лед и мед? А ты недолго думал. Так, хорошо. Так, лед и мед. Опа, идут вроде. Да ладно? Да, только мы уже это делали. Получилось глупо. Это было в прошлой серии. Кабан, ты что, забыл, что ли, все? Я даже обрадовался, я подумал, я что-то сам придумал. Так. Так, давай следующее.
Черт, получается у нас повторюшки. Стой, погоди, у нас же незараковая была или кирпичная вот эта черная. Она это сдохла. Вот она, вот эта вот. А, давай вот эту и... У нас, кстати, я знаю, какая сдохла. У нас сдохла эта кирпичная. Да, я про нее и говорю. Которая черный кирпичный из угля... завод. Из угля да, делается да, да. И булыжника. Во, все правильно, да, вот, ребята, вот, вот и про нее мы еще забыли. Ее вчера крипер взорвал, ну или позавчера так. Там когда-то. Сейчас. Так, смотри, кабанчик, давай ты называешь овцу одну, и я называю вторую. И тогда посмотрим, может, вдруг что-нибудь получится. Эники, беники, ели. Ой. Желуди. Я добрый, сдох. Ты что, сдох? Добрый, я там что-то тебе... Добрый, я придумал, давай, я вот не знаю, я хочу, ну, вот, например, вот, уголь. Сейчас, почему подожди, бы не кабан, взять уголь? У меня тут это сражение. Так, кого ты называешь? Я выбираю уголь. Так, уголь. Интересненько. Что бы такое придумать? Может быть, скелетона? У нас скелетон, кстати, вообще, по-моему, один раз только участвовал. Давай да. Попробуем скелетона. Давай реально. Попробуем скелетона. Так, подожди. Согласен. Уголь где у нас? Так, вот скелетон, держи, кушай. Так, а уголь у нас... Уголь, походу, сдох. Я его только что видел. А, ты его я побрил, тоже. Блин. А. Кабан. Что за видео? У нас овца новая. Железная. Железо. Где-то? Где она? Где она, маленькая овечка? Вот она, малышка. Закармливаем ее, закармливаем. Давай. Все, бреем. Аля, какая, наконец-то, железо. Не знаю, я не поднял, по-моему. Кто забрал железо наше? Тогда, там иногда с них булыжник может упасть. Я вот с лазуритовой булыжник выбил вместо лазурита. То есть нам их побольше надо, побольше. Кстати, вот да, их можно много сделать, кабанчик, точно. Ну да, все правильно, добренький, маленький, добренький. Так, получается... Так, надо кем? Запомнить, получается, то, что угольная, да, и скелетоновая. И скелетон, хорошо, хорошо, все, запомнили. Да, отлично. Пойдем, сходим в пещеру, в которой мы ломали в прошлый раз факелы. Может, там монстры появились. И у нас, кстати, вот этот новый пират, он продает, возможно, какую-нибудь классную штучку. Алмазы продает, кабанчик. За сколько? За 4 штучки всего. Так, добрый, это халява. Так, да. Мы, кстати, так и не выбили чертову ракушку. Согласен, можно немножко половить. У нас сегодня праздник, железо. Да, кстати, ребята, да, мы реально оставляли это на праздник. Вот в 5-й, а получается 6-й серии у нас наконец-то что-то, какой-то достойный ресурс. Так как весь мир из воды, крепости здесь подводной нету. И нам нужно найти, получается, обсидиановую овцу. Я не знаю, есть ли вообще здесь портальная овца или какая-нибудь вот эта вот, вот которая там этот вот. Да, ну короче, я не знаю, сколько нам еще играть, но обязательно смотрите до конца. Короче, кабанчик, я спустился вниз, чтобы добывать штучки, чтобы сделать себе собачку. Понятно, я пойду еды пожарю. Но тут почему-то все равно мало. Откуда монстров? У нас 50 железа, добрый? У нас ну, есть накопали. 50 железа. Ё-моё, 50 железа? Кайфули. Мы же с тобой вскапывали земельную штуку, кабан. А, точно, да, вот там мы нашли. Так, я предлагаю, получается, расширить наши владения. Ну, не наши владения, а расширить овцу, потому что у нас пополнение. Сейчас я, в принципе, этим займусь. Как ты хочешь расширить овцу, хаба? Не надо, пожалуйста. Ну, еще один слой сделать. Сейчас я еще сделаю, добренький, не бойся. А, ты про тотем. Да, тотемчик. Кабанчик, возможно, в скором времени нам придется еще раз строить огромную площадку. То есть крафтить еще одну новую овцу, да, получается? Нет, у нас будет площадка специально под монстров, потому что у нас еще очень мало жемчуга, а нам нужно много жемчуга, а у нас его мало. Как бы суть понимаешь, логику, да? Понимаю. У нас почему-то на поверхности, где стоят факелы, спавнится монстров больше, чем внизу, в пещере. А что, мало что ли внизу было? Да, было 4 или 5 штучек там всего. А, потому что глубоко чанков не хватает, добренький. Что, смотри, у нас овца горит, чего? То, Кая. Что? Это что было? Я не понял. Я не знаю. Ребята, я не знал. Было? Это борщ. Борщ сгорел и сдох. В смысле? Я борщ побрил, а он сдох. Кабан, ну зади не брей ты, овец. Зачем ты это делаешь? Ресурсы собираю. Нафига нам борщ, если ты даже не борщ? Ты вот их бреешь, они жрут землю, и земля превращается вот в эту говнину. Видишь у нас что теперь? Ты будешь вот это все убирать? Она всегда превращается в эту говнину. Нет, они, ты когда их бреешь, они начинают жрать, и тогда только она превращается в говнину. Ну, кроме, конечно, снежной, там и слизиной. Черт, а нам как этот борщевик-то этот восстановить? Я не помню. Черт. Я тоже не помню.
Борщевые овцы. Я не знал, я ее побрил, она загорелась и взорвалась. Я не знал. Вот кто мог знать, что овцы взрывоопасны, ребят, могли бы предупредить. Тебе вот делать нечего, да? Ты ходишь, бреешь всех, по жопе бьешь всех. Так, смотрите, зато я кое-что сделал очень-очень полезное. Так, получается здесь, ага. И вот. Так, у нас теперь толстая овца. Может, ты лучше дом достроишь? Это дом овцы, нам надо строить новый на дереве. А, так вот, добрый, в смысле не помог? Смотри, я рецепт нашел. Какой? Углевую и скелетон. Мы это сделали недавно, получили эту железную. Да, только могли давно ее получить. Мы могли давно получить, если посмотрели рецепты. Давай, посмотри тогда, знаешь какую? Посмотри джунглевую. Так, мне надо идти ее брить. А, нет, у меня есть. Все, хорошо, я пошел. Так, спасибо, добрый, большое за телепортационный снежок. И на вот к этому дяде. На, держи. У меня плохие новости. Он не хочет траву. Ой, полезно, да. Хорошо, есть старост Нижнего мира. Да отстань, да отстань, отстань. Так, видишь, совет дал. Так, а там соединить Флинт и Незерворд. Гравий и какую-то Незеряковую или Незахряковую. Ну вот это вы знаете. Очень полезно. Так она у нас есть, она сдохла, правда. Да. Всего-то. Добрый, нам надо борщевик сделать, я не знаю. Так, еще у меня есть семена арбузика. Семена арбузика он не хочет. Опа, добрый, я знаю, что у нас будет обсидиановая овца. Потому что тут советуется и обсидиановую, и какую-то лэписовую. Лэписовая это у нас лазуритовая, отлично. Мы уже знаем рецептик. Не придется долго мучиться. Ну-ка, еще раз повтори ко мне. Смотри, я нашел рецепт, как объединить обсидиановую и лазуритовую. Обсидиан нужен для добычи лазурита, ведь все правильно. Конечно, иначе же никак. Я видел в сундуке рецептик. Я не знаю, делали мы его или нет, но нужно объединить тыквенную и вот эту тут спрунсия. Спрус. Вот этот вот. Сейчас мы узнаем, что будет. Вот вроде вот это вот получается и папкин. Где это у нас тыквенная? Это вот она вроде. Нужно соединить вроде как светопыль, вот этот песок душ, если я ничего не путаю, конечно, и папкин. А как называется рецепт-то вообще, можешь сказать мне? Спрунсия, или спрунсия это не вот это вот. Ну вообще... Так называется добрый спрунсия, я не знаю, что это, если честно. А случайно это не кактус? По-моему, кактус это кактус. Да, ну ладно. Нам нужно что? Нам нужно соединить Незер, который сдох, с гравием, да? Ты рецепт вычитал там. Да. Поэтому нам нужно сделать борщ. Нам нужен борщ. А борщ? Ты помнишь, как делается борщ? Ты должен помнить, как делается борщ. И ты я точно борщ. Помню, что там был Глоустоун. А еще, походу, там была овца, которая сдохла. Которая добрый. Которая грибная. А, вот она нам и нужна, спронси. А, да. Так. Теперь надо вспомнить, как сделать грибную. Ой, как сложно, ребята. Ой. Нужно было записывать рецепты каждой овцы. Черт. Ну что, кабанчик, смотреть ролики. Все, а мы смотрели наши ролики. Ребята, в общем, из достоверных источников я узнал, что ту овцу, которую я искал, это не грибная, это еловая. Вот, добрая, ты узнал? Что-что? А ты узнал, как там сделать борщевую-то? Рот открываем! Добрый, я не хочу пить, зачем ты меня поишь? Борщевая у нас, по-моему, делается из... Я уже забыл. А, все, вспомнил. А, нет, забыл. А, да, для борщевой-то нужны грибы. А грибов-то у нас нету. А грибы-то у нас делаются из чего? Грибы у нас делаются Подзол и... И гравий. Что-то появилось? Вот она, вот она появилась, все, вот она ходит. Да-да-да. Так, ой, умничка, иди-ка сюда, иди. Ну куда ты? Все, отстаньте, не буду я вас кормить. Все, уходите, не даете мне. Так, и я своих соединю. Это получается еловая и... Я забыл, какая там еловая и... А, тыквенная. Давай. Еловая и тыквенная. Надеюсь, это ты. Чё? Что не так в этой жизни? Почему у меня не получается? Ну, кабан, ну не твое это. Нет, там реально... Как это? Стой, ты там... Какая тыквенная? Покажи мне, добрый, как узнать? В смысле, как тыквенная? Вот она, тыквенная. Так, получается, тебе... Она голодная. Она не голодная, она не хочет. Ну и не хочет она тебя брать. Ладно, ребят, в следующий раз попробуем, но по рецепту сказано тыквенная и еловая. Так, подожди, у меня закончилась пшеница. Нужно срочно за пшеницей. Пойдем сбегаем, у меня тоже мало осталось. Погоди, а что мы вообще хотели-то? Почему мы восстановили овец? Так, у нас ни одной кости нету, чтобы быстренько... О, 6 штук у меня есть. Кстати, откуда у нас 2 земляных? Они что, сами рождаются? Я что, не помню. Подожди. У нас земляная наша бегает там.
Их там уже две, добрый. Почему их две? И притом маленькая там есть. Она что, сама уже рожает? Не понял, ребята, что это происходит такое? У нас там какое-то размножение идет непонятное. Ладно. Но это, в принципе, неплохо. Пусть будет. Так, ладно, еще раз пробуем. Еловая и тыквенная. Вот она вроде. Пожалуйста, ну рецепт же был. В чем проблема? Так, борщевая. Это у нас получается glowstone. Опа, вот ты. И грибочек еще не вырос. И грибочек. Все, кушайте друг друга. Так, опа. А вот и она, наша звездулька. Отлично, все. Нам главное теперь ее не потерять. Все, я кормлю ее и кормлю ее с гравием. Вот это, дружок. Должно что-то получиться, ведь рецептик есть. Так, они идут, все хорошо, и они идут, 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 идут. Мешает вонючий кактус, как всегда. Так, так, так. Неплохо, неплохо, слушай. Добрый, наконец-то. Наконец-то я стал полезной. Как это? Погоди, такого быть не можешь. Каша овца нужна. Так, я хочу ее смешать с лазуритом, например. Добрый, хоть она реально не нужна. Так, подожди, я хочу смешать джунгли и арбуз. И что у нас получится? Какао-бобы, что ли? Не знаю. А что у нас одна березовая вдалеке стоит, обиделась на всех? Подожди, чё? Возможно, какао-бобы получится. Эта игра, возможно, на все. Так, тихо. Оп, оп, оп. Ну, давайте, идите друг к другу. Чего так далеко-то? Ищи джунглевидную. Да я уже покормил ее. Опа! Угадал! А где она? Где она? Да вот она. Вот это, по-моему, самое бесполезное. Нет, ты что, печеньки делать, кабан? Ты что, ну-ка, давай. Точно, да, согласен. Или печеньки не нужны, я не помню. Ну, что-нибудь точно можешь сделать. Погоди, у нас уже получается 3 полезных ископаемых. Это уголь, 4, добрый, 4. Уголь, лазурит, железо и редстоун. Что-то полезного с чем-то мы можем смешать. Полезного железо, конечно, это. Ну, хотя нет, лазурит тоже нормально. А что если нагреть редстоун и вот этот вот борщевик вот этот вот? Не знаю, мне кажется, ничего, ты господи. Просто пшеницу тратишь нашу. Погоди! Погоди, а если лед накормить с борщевиком, может мы получим водянистую? Кстати, давай попробую, вот это неплохо уже. Да звучит. Нет, они не хотят, да почему? Я не понимаю, но логично же нагреть воду, получится водянистая. Ну, в чем проблема, я не понимаю. Может тогда ее с этим покормить? Я обожаю бобы, а еще больше я хочу добыть редстоун и пойти роботу отдать, узнать, какой следующий рецепт. А я пока сделаю новую овцу тут. Давай, добрый, сделай. Дай мне только пшеницу. Скинул всю пшеницу, скинул. Так, ребяточки, все, получается, на, держи. Редстоун. Ай, добрый, он не хочет редстоун. Странно. Может, он тогда захочет, например, уголь. Черт, как же нам тогда получать подсказки? Кабан, у него не сработала еще ни одна подсказка. Согласен, может, железо. Да, он просто жрет наши ресурсы. Все, я больше не приду к нему, меня бесит. Он вообще не помогает. Лучше с пчелами посижу здесь. Так, ну что, добренькие, будем делать? Сначала убивать монстров. Я побрил ледяную овцу, добрый. Я думаю, сейчас будет жоп. Ледяная, знаю, это безобидно. Это, не-не-не, нельзя эту снежную брить, ледяную можно. Так, подожди, мне кажется, у нас лишняя снежная, потому что она вот здесь вот сидит у нас. А почему у нас еще одна есть? Так, давай дальше продолжим. Смотри, Кабанчик, давай по нашей старой схеме. Давай, я называю овцу, и ты называешь овцу. И мы их совмещаем. Хорошо. И мы оба полезны, давай. Хорошо, у меня нету пшеницы, надеюсь, у тебя есть. Да. Так, ну вот мне очень-очень нравится лазуритовая. Лазуритовая, лазуритовая, лазуритовая. Давай рандом вообще, давай рандом. Овечки, бегите, бегите сюда, давай вообще рандом, вообще совершенно рандом. Че, я опять лазуриту накормил? Добрый, легкий шанс. Давай, давай, корми. Кабан, ты понимаешь то, что я крутился и попал на лазуритовую опять? Добрый, да ты маг-волшебник 5-го уровня. Нет, это давай просто судьба, корми. То, что это судьба, это удача, чтобы мы не потеряли пшеницу, кабан. Кайфули. Давай другое, теперь я выбираю. Давай это будет... О, вот, прибежала. Бобовая как раз-таки, новенькая. На-ка. Лазурит плюс бобы? Я не верю, что там может быть что-то. Да не бобы, а это вторую тебе надо назвать. Давай что-то необычное. Бобы же растут в джунглях, ну давай. Пусть бобы растут на дубу, например. Почему бы и нет? Как желуди, да? Ну вот как желуди, да. Как желуди? То есть все-таки хочешь сделать из бобов желуди, да? Давай попробуем, чё.
Да нет, там очень маленький шанс, то, что вообще что-то должно получиться, потому что вот лед и борщ, вот должна быть просто водная овца. Ну где же она? Почему это водная овца? Че, ничего не получилось? Че? Серьезно, кто-то получился? Надеюсь, это желуди. А, кто надеюсь, это не желуди, наоборот. Так, я не знаю, кто это... получился. А, подожди, вот. Темный дуб получился. Ой, да нахрен он нам нужен-то, добрый. У нас уже пять лиственниц. Все наши полезные ископаемые когда-то получались из дерева. Так что все нормально. Ладно, согласен. Так, я набрал немножко пшеницы. Можем продолжать. У нас уже на самом деле, ребят, очень много разных овец. Мы продвинулись уже неплохо. На самом деле, сейчас уже все ненужные заканчиваются почти что. И начинаются самые полезные, которые уже помогут проходить нам полностью Майнкрафт. На самом деле, ну еще все равно очень долго, потому что у нас ни обсидиановый, ни алмазный, ничего вообще. Ни желудевый, ни телевизорный, ни там не подписывайся, нету лайков, ничего. Прошлое было бесполезно. Поэтому я доверю ее скрещение тебе. Вот, держи пшеничку. На, давай, держи кабан. Топор судьбы. Ты должен это сделать. На! Она получается, да? Давай ту, которая еще ни разу ни с кем не взаимодействовала. Давай, кабан, все на тебе. Я это просто вот смотрю ты. Этот раз. Ну все, у меня больше нет пшеницы. Они не хотят, я не виноват. Хотят, нет, хотят, нет, нет, хотят, хотят, ну, как-то нет. Как-то вроде и хотят, но вроде и не хотят. Нет, подожди, стой. У них что-то как-то такие давай отношения. Все. Они просто голодные. Так, подожди, нет. Им надо еще раз. Мне кажется, это не судьба, кабан. У меня нет пищи. Мы должны восстановить их отношения, подожди. У меня нету пшеницы. Че, погодите. Нет, вы видели, там на волоске было. Там, возможно, сейчас был бы какой-нибудь симбиоз. Там гибрид какой-нибудь овцеподобного дубина. У тебя почти получилось, давай. У меня обязательно получится. Блин, жалко, вот у меня нету пшеницы. Ща, а может их бараниной накормить? Ладно, накормлю лучше себя бараниной. Кабан, я несу пшеницу тебя. Добрый. Лучший. Я съел всю баранину, я ем их друзей прямо у них на глазах. Ну им, в принципе, даже не страшно. Намути свинячью любовь тут, давай. Давай, добрый, я объединю их, я лучший. Я дальше не придумал просто. Просто лучше. Пишите в комментариях хэштег кабан лучше. И получается там-там-та-там. Там, давайте, та-там, ребята, та-там, у вас та-та. Хорошая та-та. Пара. Вы прям очень нравитесь друг другу. Чё? Чего? Да ладно, да не может такого быть. Какая красотулечка. Подожди, стой. А как вообще из камня и дерева получился обсидиан? Ты чё? Не знаю. Добрый, ты вроде там алмазы скупал. Нам надо кирку сделать. А, кстати, да. Получается, ребяточки маленькие, вкусненькие, получается в следующей серии? Что, в смысле, как так? Ну, потому что мне не хватило. Там 4 надо было монетки, добренькие, 4 ну, монетки. Ну да, он пропал к тому времени уже. Получается, в следующей серии я думал, мы пойдем в ад, но получается, подожди, мы стой, в следующей стой, серии идем стой, в жопу. Нет, стой, шо? Нет, стой, шо? Нет, стой, нет, стой. В жопу не идем? У нас рецепт есть. Чего, кого? Алмазов. Моряка? Рецепт алмазов есть у нас? Да. Помнишь, у тебя же был рецепт. Надо лазурит соединить с обсидианом. У нас обсидиан есть теперь. Да, только обсидиан еще не вырос, куда-то побежал, надо пшеницу найти. Расти, молодой. Давай, кушай травку, кушай. Да, кушай траву. Да, съел, молодец. Хорош. Еще пару подходов, и ты будешь большим, как я, как большой кабан. Давай, кушай траву, кушай, не смотри на меня, кушай еду. Да, хорош, умничка. Так, еще, давай, еще. Ты мой молодец. Я тебя потом так накормлю желудями, ты будешь просто в шоке. Так, ну что, давай. Нет, ну скоро вырастет. Сейчас, еще чуть-чуть ему, я прямо чувствую, он уже большой. Ты мог пшеницу вырастить просто костной мукой. Да это скучно, мне надо посмотреть, как он вырастет. Я должен видеть, как он растет. Это же наш сын. Да, молодец. У него какой-то каменный желудок. Он уже 10 травы съел, он вообще не подрос. Все, кабан, я иду. Нормальным ребенка кормить. Сейчас, погоди, он кусает нашу булыжниковую. Она побежала. Так. Все, выкармливай его. Так, блин. Да, блин, отойдите все, дайте покормить нормально. Получается, робот оказался полезным? Ну, хотя сейчас узнаем, полезен он или нет. Да, это может еще ничего не получится. Ты вырастил? Так, вот, да. И лазурит. Да, пожалуйста. Давайте. Все, ребята. Мы сделали это. Мы забирать алмазы. Встретимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем добра. Всем пока. И большого кабана. В следующей серии мы отправляемся в ад. Смотрим, как дела там. Всем пока.